нам вашу коллегу, которая помогает вам. В студии Ольга Спиркина. О, Оля. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Привет. Привет, дорогой. Ольга, как давно вы знакомы с Николаем? Ну, мы знакомы очень давно. Мы не снимались вместе. Мы просто дружили как актеры, ну, просто коллеги по цеху, поэтому мы все время были в такой бесконечной переписке. Я что-то ему показывала, свои какие-то работы он мне немножко хвастался. Так вот мы встречались на каких-то разных передачах и в основном в соцсетях дружили. Помните, как вы узнали о том, что ваш коллега болен?